Всем здравствуйте! Сейчас мы сделаем такой раскладик. Поеду ли я за границу в следующем году? Поеду ли я за границу в следующем году? Расклад по запросу. Вот так. Поеду ли я за границу в следующем году? Первая позиция. Вторая позиция. Третья позиция. Четвертая позиция. Поеду ли я за границу в следующем году? Выбирайте. Четыре позиции. Подумайте, выбирайте свою. Так, смотрим. Первая позиция. Поеду ли я за границу в следующем году? Здесь какой-то мужчина. Возможно, вы должны поехать к мужчине, или он поможет вам. То есть здесь поездка как-то завязана на мужчине. Здесь какой-то мужчина помогает вам решить какие-то вопросы, помогает вам сделать какой-то прорыв. Возможно, в рабочей сфере, возможно, в семейной сфере. Здесь какой-то мужчина, как будто вот... Да, как будто вы должны поехать к мужчине. Я не знаю, почему так выходит, но это не у всех возможно. Возможно, у некоторых, что вы здесь должны поехать к мужчине. Здесь прям для семейных отношений, для каких-то... Для местного... Ну, как прожима... Для совместного проживания. Хочу сразу все сказать, все слова и путаюсь. Для работы. Здесь, знаете, здесь возможно и совместный прорыв вместе с мужчиной. Или, возможно, вы с мужчиной можете поехать. То есть такая возможность есть. Или вы к мужчине едете. Здесь и дом общий, и работа, и развитие, и как-то планы на будущее, как-то здесь перспективы хорошие. Возможно, этот мужчина, он для вас тот желанный такой мужчина, привлекательный, он как завоеватель себя ведет, он для вас внешне очень привлекательный, и по энергетике он вам нравится, то есть этот мужчина вам очень нравится, он очень такой добрый и умеет подбирать нужные слова. Здесь поездка возможна, если вам поможет мужчина, понимаете, здесь как-то идет к мужчине. Вы едете к мужчине, не он к вам, а вы как-то к нему. Вы больше к нему едете. Но здесь вам нужно преодолевать какие-то препятствия, и вы можете их не преодолеть, и тогда вы никуда не поедете, если не преодолеете какие-то препятствия. Что нужно сделать, чтобы преодолеть это все? Ну, здесь нужно не бояться, вы не уверены вообще, стоит ли ехать или нет, вы еще не можете определиться сами. И от этой неуверенности у вас выстраивается такое в подсознании, что ну, вы не уверены, и вы сами себя останавливаете, тормозите. Что может дать вам этот мужчина, да? Он какую-то стабильность вам может дать. Ребенка. У вас может быть общий ребенок, какое-то стабильное, спокойствие, отдых, какое-то такое вот... Стабильность он может в вашей жизни принести. Стабильный какой-то мужчина, надежный, стабильный, который будет зарабатывать все в дом. Ему нравятся такие привлекательные женщины, ухоженные, вы ему очень нравитесь. У вас, возможно, даже ребенок совместный. Вам очень нравится время проводить вместе, знаете, здесь буря эмоций, тут просто переполняет чувства, вам нравится быть вместе, вам нравится неожиданный взрыв эмоций, страсти, вот эти романтики, вам очень вот это вот нравится. Но здесь все зависит от женщины, поедете вы или нет. Вам нужно определиться. Вы не можете сделать выбор. Там надо как-то бороться, да, отстаивать свое. Вы должны бороться за то, что вы хотите. Если вы хотите ехать, то нужно преодолевать какие-то препятствия. Какие-то препятствия будут на вашем пути. То они вообще преодолимы, эти препятствия?
Что вам, какой-то человек мешает? Какой-то человек вам, возможно, может мешать в том, чтобы вы поехали. Возможно, с какими-то бумагами. Возможно, да, возможно, это касается каких-то бумаг, каких-то документов. Поэтому он вам мешает, какой-то человек. Вам будет здесь очень тяжело. Возможности есть, но здесь очень тяжело. Здесь нужно вам много действовать, много желать, много хотеть. Здесь нужно посмотреть еще, знаете, через какое-то время, потому что ситуация меняется, потому что в следующем году это очень большое время. Еще бы посмотреть месяца через 3. Да, но вам нужно прилагать усилия, бороться. Что-то может вам разбить сердце. Возможно, знаете, вы сомневаетесь, ехать или не ехать, потому что вы не уверены, что вас там ждет. Вы не уверены в своем будущем. Вы строите какие-то свои представления в голове, да, но это может не сбыться. То есть вам нужно четко, четко знать, да, к чему вы движетесь, что будет дальше. Нужно поговорить с мужчиной, как хочет он, какое будущее он видит. Вы не можете сделать выбор, не можете определиться, колеблетесь, и это оттягивает вашу поездку, оттягивает возможность поехать, всякие препятствия на вашем пути. Вам нужно с мужчиной выяснить, какое будущее вы ждете, и какая карьера, будущее, жизнь вообще ваша дальнейшая. Обязательно про будущее поговорить, как вы планируете вместе вот двигаться по жизни. То есть здесь вы прям мужчина. Здесь даже, здесь, знаете, совет такой, что здесь нужно, совет вам от карты, здесь нужно работать, идти к своей мечте. Здесь как-то не надо останавливаться. Если вы хотите двигаться к чему-то, то двигайтесь, но в то же время вы развиваетесь, вы становитесь специалистом. Ищите выходы, ищите пути, решения, принимайте четкие решения. Вам нужна информация, найдите ее. Ну, то есть у вас все должно быть по полочкам, чтобы вы были уверены в том, что вы делаете, куда вы идете, зачем вы это делаете, да, какое будущее вас ждет. Здесь так. Вот. Здесь такой получился расклад. Вот. Надеюсь, что хоть немножко вам помогла. Сделаем еще такой расклад, да, через какое-то время, потому что все меняется от ваших действий. Будете вы что-то делать или не будете, или вы будете просто ждать, да? Вот, так что будущее меняется от того, как вы решите, что вы решите, куда вы пойдете. Так что принимайте решение, подумайте хорошенько, как вы хотите, чтобы у вас все было хорошо. Видите, вы закрываетесь, вы сейчас не можете принять решение, вы не видите. Вы не можете сделать выбор, потому что вы не знаете, будет ли это хорошо для вас или плохо. Вы не видите хорошего ничего. Вы только как-то сложно, вам сложно что-то увидеть. Вам нужно прислушаться к своему сердцу. К своим чувствам вам нужно прислушаться, прежде всего, к себе, к своим эмоциям. Да, чтобы найти правильный ответ. Вам духовно надо немножко вырасти, потому что здесь, если вы поедете из-за денег, то да, будут подарки, тут все будет нормально. Тут все нормально, да, из-за денег и не из-за денег. Все будет нормально. Если будет из-за денег все нормально, вы будете получать подарки, но здесь будет мало их денег, я бы так сказала. Подарки будут, отношения, фундамент нужно будет выстраивать. А если нет, то вы сможете сами заработать, все зависит только от вас. То есть какая-то стабильность в любом случае вас впереди ожидает. Решение принимайте вы сами и посмотрим еще потом попозже, через месяцок, может быть, как изменится, потому что вы будете действовать. Я надеюсь, что вы будете действовать, и у вас все изменится в лучшую сторону. Но вы понимаете, да, пока какие перспективы вас ждут, то, что поездка возможна, но тут больше зависит от вас, вот, от вашего решения. Спасибо, однёрочки. Желаю вам удачи, чтобы у вас все получилось так, как вы хотите. Двоечки, смотрим теперь вас. Вторая позиция. Так, ну здесь... Здесь что-то, какая-то правда всплывет.
Здесь поездки нету, поедете ли вы или нет. Тут в следующем году вы за границу, скорее всего, не поедете. Что-то вас расстроит, разочарует. Так, правда, вы узнаете. Вы узнаете, что... Ну, вы узнаете, что для того, чтобы вот эти планы ваши осуществились, нужны деньги. Что очень дорого и перевозить, как-то знаете... Здесь, в общем, расслабиться не получится. Не получится кайфовать. Нужно от этого всего будет уходить. И, знаете, тут какой-то... Проходить через тяжелый период. Здесь какие-то будут препятствия. Легко не будет. Будет тяжело. Вам нужно будет развиваться. Вам здесь даже, возможно, нужна какая-то помощь. И финансовая тоже. Ой, ну здесь вы как-то уходите в себя, и тут вам только вы можете помочь, но вы тут не можете принять, опять же, решение. Какой-то ответ в вас, но вы закрыты, вы не можете его найти. Здесь какие-то женщины. То ли, знаете, какое-то принятие вашего решения, да? Вы не можете принять какое-то решение, вы не можете справиться со своими страхами, вы не можете снять с себя какие-то ограничения, которые сами себе надумали, а вы сами себя ограничиваете. Вот пока вы это решение не примете, вы не станете свободным человеком или свободной. Вы не сможете двигаться дальше в стабильность, независимость, потому что вы себя как-то связываете своим жестким вот этим отношением. Вот решение надо принять четко и бесповоротно. Ну, здесь поездка возможна, но нужно будет подождать. Вы, возможно, хотите быстро это все, но здесь какие-то будут проволочки, и придется немножко подождать, чтобы она случилась, эта поездка. Поездка-то случится. Но она может случиться из-за вас, кстати, самих, из-за ваших эмоций. Может не случиться, что-то такое произойдет, что вы расстроитесь, передумаете. Вот. Что же, здесь тоже человек не может никак определиться. Вы вообще сами-то хотите поехать в следующий год за границу? Да, вы хотите. Это для вас очень значимо, очень чувственно, эмоционально на вас наполняет. Вы очень хотите. Но, понимаете, здесь вы хотите поехать, но вы не знаете, что вас там ждет. Это для вас закрыто. Что-то такое, что там что-то такое вас ждет, что вы не ожидаете, что для вас будет неожиданностью, что для вас будет переломным таким моментом, когда вы... Вот это вот поймете, увидите, да, вот это с вами случится, то есть какие-то знания к вам придут, и все, и жизнь уже другой не будет. По-старому уже не будет, все. Все перевернется с ног на голову. Тут непонятно, готовы вы принять это или нет. Вы можете быть не готовы это принять, то, что изменит всю эту вашу жизнь. Потому что как раньше уже, так вот не будет. Как-то все изменится. Здесь у вас есть возможность, здесь у вас закончится, скорее всего, встреча с друзьями, встреча с близкими людьми, с друзьями, с коллегами. Вы начинаете по-другому смотреть на свою жизнь, вы начинаете думать о стабильности, и какие-то желания у вас все-таки сбудутся. Вам нужно будет приложить много усилий и идти к своей цели, вообще не сомневаясь, конкурируя с конкурентами, со всеми там другими. Кто хочет быть лучше, сильнее и, в общем, умнее, да? Что вам нужно сделать, чтобы принять правильное решение? Вам нужно принять решение, карты говорят. Просто принять решение. Просто вам нужно определиться. Да, да, нет, нет. И вы обретаете силу как-то с этой поездкой. Что-то новое будет в вашей жизни.
А вот нужна ли вам эта поездка? Тут еще не ясно, потому что вот именно, что вы что-то такое узнаете, что, может быть, вам знать еще не дано, время еще не пришло, или что вам придется чем-то жертвовать. Если вы поедете в эту поездку, чем-то, возможно, придется пожертвовать. Вот чем неизвестно. Знаете, чем пожертвовать, скорее всего? Вы перестанете владеть ситуацией, у вас не будет возможности делать все так, как вы хотите. Вы будете безоружны, я так сказала бы, вы будете без возможности что-то сделать. У вас не будет ни знаний, ни сил, ни возможности что-то делать. Вам будет от этого очень тяжело. То есть тут все было в ваших руках вдруг, и вдруг там нет, вы ничего не можете. И то есть в ваших руках уже ничего нет, ваши руки пусты. Все возможности улетучились. Совет вам, да, чтобы поехать, чтобы получилось поехать в следующем году за границу. Не слушайте никого. Вот смотрите, идите вперед. Да, даже если это разобьет вам сердце, даже если это принесет вам какие-то знания, то они вам необходимы. Да, это будет эмоционально, это будет тут возможно и слезы, тут такие трудности, что вы, возможно, будете плакать и смеяться. То есть тут и трудности, и боль, и радость, и огорчение, и расстройство, и радость от того, что вы там радостны и довольны, что у вас что-то получилось. Здесь совет такой, что вам нужно слушать свое сердце, свою интуицию, чтобы туда поехать, что и как правильно вот вам нужно сделать, вам нужно слушать свою интуицию. Но видите, здесь нужно подождать. Здесь вначале мы еще смотрели, то, что поездка так быстро. Знаете, эта поездка может произойти резко и стремительно, если вам поможет какой-то мужчина. Если к этому приложит руку, да, какой-то мужчина, какой-то человек стабильный, тогда это может произойти стремительно. Неожиданно, я бы так сказала. А если самой, то здесь нужно будет бороться. Бороться со всем миром, с тем, что вы в голове себе придумали. Потому что на самом деле будет не так, как вы думаете в голове. На самом деле тут может быть и обман, и может быть такое, что непонимание, и какой-то инсайт, какое-то решение, какое-то, знаете, открытие такое произойдет, какая-то ясность произойдет. Но вот эта вот ясность и вот это вот то, что вы узнаете, вот эта вот мысль, прорыв какой-то, он может быть болезненный. Он может быть болезненный. Да, это даст вам толчок вперед. Да, эта жизнь уже не будет, кстати, вот такая, как была раньше. Потому что вы пройдете через определенные эмоции. Вот здесь вот так. Пока поездка. Нет, пока тут как-то по первой карте, вот если смотреть, то. Ну, здесь зависит от вас, конечно. Если вы хотите, то оно случится. Если вы хотите, если приложите все свои силы, то да, это возможно. Но здесь, я говорю, здесь боль разочарования и такие трудности, которые вас ждут, и ждет то, что вы еще не знаете. И это может сделать вам очень больно. Спасибо, двоечки. Двоечек посмотрели. Удачи вам, желаю, чтобы у вас все получилось. Теперь давайте смотрим троечек. Троечек. Возможно ли поездка за границу в следующем году? Да, поедете ли вы? Ну, здесь вряд ли вы поедете. Здесь как-то вы мыслями живете еще в прошлом. Так, давайте уточним. В прошлом вы хотели поехать, вы хотели, ну вот мысли в прошлом у вас как-то, знаете, вот или давно длятся, или с прошлого, то, что вы хотели эту поездку, да, вы хотели, вы и деньги там копили, и помощи просили, и хотели поехать, возможно, с кем-то, или сами копили, да, искали возможности. А сейчас здесь, возможно, не могут договориться мужчина и женщина, потому что здесь кто-то хочет стабильности, да, а кто-то
хочет оставить все как есть. Кто-то хочет идти дальше, да, кто-то хочет оставить все как есть, что ли. Что-то непонятное. Кто-то не хочет поездки. Знаете, женщина, ну здесь женщина, скорее всего, не хочет ехать, что ли, я даже не понимаю. Так. Этот человек думает, что он хочет переехать, как бы вы думаете, что вы хоть, да, я хочу переехать, но это самообман, вы обманываете себя, вы как-то вот внутри вы еще не решили. Это как-то здесь другой человек влияет на ваше решение больше, здесь как-то так. Да, это как бы больше желание другого человека, чем вас. Хотя в прошлом вы хотели, да. Но сейчас у вас был больше импульс к движению. А сейчас вы просто надеетесь, что все-таки все будет хорошо. Все будет для души и все получится. Так, что надо же сделать, чтобы у вас получилась эта поездка? Что вам нужно сделать? Так, ну здесь... Так, заканчивайте все свои сомнения. Здесь просто нужно перестать сомневаться, брать все в свои руки, не слушать друзей, потому что советы друзей, да, это просто разобьет вам сердце, у вас ничего не выйдет. Слушайте себя, перестаньте сомневаться и бояться. Вот если вот так вот вы будете действовать, то есть вы, все в ваших руках, вы все сможете, будет все так, как вы хотите. Да, вы придете к благополучию, к процветанию. Тут вообще, возможно, очень много. Здесь, возможно, и совместная жизнь, то есть и семья тут, и в семье все будет благополучно, если эта семья хочет переехать. Тут, возможно, знаете, такое изменение в вашей жизни, когда вы пойдете на расширение. Тут может быть и расширение денежного потока, и расширение каких-то своих границ, своих ограничений, когда вы сможете больше, когда перед вами откроются новые возможности, когда вы сможете больше себе позволить, когда у вас приходит в ваш дом достаток, когда вообще вы строите или покупаете свой дом. Здесь возможно и рождение детей, и семья. И, ну, тут такое вот... Ну, это все в ваших руках. Это вы можете все, если вы захотите. Все зависит здесь от вас. Совет вам? Совет. Совет: доверяйте своей семье, да, своему мужу, своим деньгам, копите деньги, доверяйте своей семье, то есть будьте вместе в вашей цели, в ваших целях, будьте стабильны в своих желаниях, идите к цели, вот вы закончили что-то, добились что-то, да, вы счастливы, и вы идите дальше, ставьте новую цель, добивайтесь большего, и тогда что-то вам новое откроется. Какие-то знания вы получите, мудреца. Ваша жизнь как-то будет стабильной. Ну, этому будет способствовать принятие какого-то важного очень решения. Или отсечение всего ненужного. Вот решение какое-то мудрое вы примете. Вот. Ну, такой вот получился расклад. Здесь все зависит от вас. Видите, поддержка семьи и жены, мужа, если здесь семья, здесь и благополучие ваше, все зависит только от вас. Здесь, возможно, очень даже поездка, да. Но вначале у нас была какая карта? Видите? Прошлое. Вы держитесь за прошлое, вот вы держитесь мыслями за прошлое, вам нужно принять решение. Видите? Действительно ли вы это хотите? Действительно ли, давайте посмотрим, действительно ли вам нужно ехать? Вот действительно, что это вам принесет, эта поездка? Нужно ли вам вообще ехать? Да, вам нужно ехать туда, в будущее. Принесет определенные изменения в вашей судьбе.
Да. Ну, здесь просто, не знаю, здесь между мужчиной и женщиной нужно как-то поменять отношения, поменять, ну, не знаю, здесь между мужчиной и женщиной надо решить что-то. Потому что здесь отношения тянутся, вот эти вот мысли, чувства, вот это все тянется с прошлого. Все на эмоциях завязано между мужчиной и женщиной. Здесь нужно понять то, что ехать-то придется. Ехать все равно придется, и вы поедете. Но здесь нужно немножко будет подождать. А вы сами себя обманываете, поэтому вы себя тормозите. Вы могли бы быстрее совершить переезд, будь вы вместе в ладу. А здесь как-то притормаживается немножко. Вот. Поэтому, ну, мысли в прошлом, что в прошлом, надо жить в будущем. А что вам поможет, чтобы вы жили в будущем? Да, вы думаете о стабильности, о достатке, о том, что вы добьетесь, что вы получите положительного, хорошего, там, надежность, тут вообще стабильность. И семья тут. Тут возрождение семейных уз, что-то семейное такое, родное, родственное здесь. Здесь стабильность семьи. Думайте только о будущем и об этом. То есть вы едете... Да вы в любом случае поедете просто... Что-то... Ну, держите сами себя обманываете. Вот вы сильный человек, вы можете все. Вы с любыми трудностями можете справиться, но вы сами себя обманываете. Уже который раз эта карта выпадает. В чем вы себя, в чем? Чего это касается? Это касается поездки, дороги как раз-таки. Вам кажется, что это слишком быстро. Возможно, вы едете к мужчине, не знаю. Вам кажется, что это слишком быстро. Ну, здесь как-то вот так. Здесь нужно, конечно, поглубже копать бы еще и разобраться. Мы посмотрели. Ой-ой-ой, карта. Карта! Вам хочет что-то сказать. Повышайте свою духовность, видите? Между вами, возможно, есть недопонимание. Один хочет стабильности и спокойствия, а другой хочет развития, и у него планы на будущее громадье. А один вот хочет, чтобы его не трогали, чтобы все было стабильно, спокойно и вот ровненько. Вот. Развивайте свою духовность. И находите общий язык друг с дружкой. Спасибо вам. Третья позиция. Желаю вам удачи, всего самого-самого хорошего, чтобы у вас все получилось. Так, третью позицию посмотрели. Смотрим четвертую позицию. Ну, смотрите, здесь поездка. Здесь про поездку ничего не говорится, но говорится о том, что здесь двое влюбленных, двое людей соединяются. Здесь почему-то все про любовь, что вдвоем люди едут, вдвоем должны соединиться. Кто-то к кому-то должен ехать. Здесь, скорее всего, женщина едет к мужчине. Мужчина здесь чем-то жертвует, а женщина едет и радуется, и... Так, возможно ли поездка в следующем году? Как мы уже поняли, да, к мужчине. Здесь поездка пока невозможна, потому что здесь женщина как-то не определилась с принятием решения. У нее сердце закрыто, глаза закрыты, она не знает, как лучше, что делать. Женщина не знает, что делать. Что делать? Как же, что нужно сделать, да, чтобы вы все-таки... Поняли, что вам делать, приняли важное решение, вот нужное. А, вам нужно понять, что вы вообще создатель своей судьбы. Вы свою судьбу делаете своими руками. Вот как вы, вам нужно это понять просто. Что вам нужно сделать? Вам нужно брать свою судьбу в свои руки. Вам брать ответственность за свою жизнь, за свою судьбу, за свой мир вокруг, вообще все, что происходит. Вы делаете все сами, вы можете все сделать. Все в ваших руках, как вот вы хотите, так и будет. Главное – желание.
А нужна ли вам эта поездка, да, поедете ли вы, да, нужно ли вам ехать? Да, вам нужно ехать, но вам придется отстаивать, конечно, свои интересы. Что вы при этом получаете? Вы получаете, или вы получаете мужчину такого стабильного, уверенного в себе, в достатке. У него, возможно, свое какое-то предприятие, свой бизнес, но он очень стабильный, уравновешенный, и раз он вас выбрал, то он будет с вами, он свое решение уважает, свой выбор он уважает. Вас он тоже уважает. Так. Так, он от вас как-то зависим, у него какая-то зависимость есть от вас. Возможно, он вам предлагает работу, возможно, вы по работе едете. Ну-ка, давайте посмотрим. Нет, вы едете по семейному вопросу, ну или по семейному вопросу, или по эмоционально как-то. Вы просто хотите, у вас есть желание такое, эмоции вас переполняют. Почему-то карьера тут выпадала, что с деньгами, то ли вас деньгами может обеспечить. Он может вам дать, да. Ой, слушайте, ну тайные отношения он может вам предложить. Слушайте, если вы не хотите, чтобы у него были девушки там, да, или что он, чтобы вы были третьей девушкой или там любовницей, то смотрите, стремительно не съезжайтесь, не переезжайте к нему домой очень быстро. Пусть он вас завоевывает. Но над этим нужно работать, чтобы он вас любил и уважал и ценил, да, чтобы он вас выбрал как достойную женщину. Здесь нужно работать и не соглашаться быстро съезжаться. Здесь как-то быстро съезжаться нет. Нужно потянуть, нужно быть женщиной мечтой, желанной, красивой, такой вот, не знаю, недосягаемой. Да, нужно быть, понимаете, такой женщиной, знаете, достойной, который уважает себя, уважает свои желания, уважает своего мужчину, но в то же время у нее есть свои интересы. То это вам нужно быть такой женщиной, которой вот мужчина вот сложит все к ее ногам, да? Он так и будет, если вы сразу не будете легко относиться и быстро вот съезжаться на его манипуляции, вот на эти вот не надо вестись. Это работа, это труд, чтобы мужчина вас оценил, чтобы мужчина вас берег, не знаю, чтобы вот, знаете, чтобы он относился к вам более ценно, вы должны показывать себе, что вы сами себя цените, не обесценивайте свои желания. Если вы чего-то не хотите, то и не надо. Если вы сомневаетесь, то так и говорите, что вы сомневаетесь, и почему у вас сомнения, и вообще вы можете рассказать ему планы, как вы хотели бы, потому что ваше желание он будет учитывать. Здесь нужно работать над тем, что вы должны развивать свою женственность. Здесь женственные вы должны быть. Ни в коем случае здесь не надо ругаться с мужчиной, ни в коем случае. Здесь вообще абсолютно нет. Вы должны свою ценность повышать. Но только не быть врединой такой, да, приверединой, а грамотно это все делать, с пониманием. Но в то же время, чтобы вы, как вы его уважаете, в то же время, чтобы и он вас уважал. Ну, видите, поездка невозможна. Поездка возможна только, когда вы пройдете через какие-то испытания. Только вы добьетесь тогда, когда что-то произойдет, что-то резкое, неожиданное. И что-то по справедливости, что-то по-честному, вот как должно было быть, так и случится. Если у вас, возможно, паузы, вы начнете думать, нужно ли вам это, и даже тут кто-то захочет расстаться, не видеться. Ну, а на самом деле просто здесь могут выстраиваться отношения по-другому. Здесь может строиться заново фундамент. Если будет какое-то недопонимание, здесь можно все построить заново. Здесь, блин, еще как-то карьера, знаете. Здесь не то, что любовные отношения, здесь еще карьера завязана. Здесь у кого-то любовные отношения, а у кого-то не любовные отношения здесь завязаны. А здесь завязана карьера. Движение вперед, будущее, про какие-то желания, про будущее, про то, что вы хотите. Здесь так, совет вам, совет. Делайте выбор. Совет, делайте выбор. Вот как вы сделаете выбор, так и будет.
что вам нужно, чтобы сделать правильный выбор. Перестаньте себя обманывать. Будьте честны с самой собой, с самим собой, да. Здесь нужно быть честным с собой, чтобы сделать правильный выбор. Если вы сделаете правильный выбор, то вы пойдете в будущее. И пойдете с таким мужчиной, который настроен на карьеру и который поможет вам быть в достатке. Он вас научит зарабатывать. А если вы сделаете неправильный выбор, то здесь то ли какие-то отношения, да, которые будут. Здесь и подарки, и работать вместе, здесь как-то строить на будущее что-то, да. Но здесь нет, здесь заканчивается все не очень хорошо. Здесь какие-то отношения, если это касается отношений, нестабильные. Если работать, то тоже тут ничего не получается. В итоге тут силы будут вкладываться, но от ваших стараний ничего не получится. А здесь, если вы сделаете правильный выбор сердцем, да, то здесь какой-то мужчина научит вас зарабатывать деньги или сделает вас такой состоятельным. Здесь, скорее всего, он вас научит зарабатывать деньги. Как нужно зарабатывать, как нужно заботиться о себе, как нужно любить себя, как быть независимой. И в итоге вы здесь получаете массу удовольствия, массу чувств, тут и романтика, и свидания, и переписка, и вообще у вас тут, ну, чувственные взаимоотношения очень гармоничные. Ну, на будущее здесь задел, да, возможен здесь задел даже на будущее, на какую-то чувственность, на получение удовольствия, я бы так сказала. Ну, а здесь нет. Если неправильное решение примете, выбор неправильно сделаете, то вы сами себя начнете ограничивать. Да, сначала вам покажется, что вау, все классно, идет там, я могу туда поехать, я могу сделать рывок, я могу двигаться к своей цели, это мой шанс. Но на самом деле это обман, это никуда вас не приведет, это же будут потом ночи и дни темнее и темнее, тучи будут сгущаться, и вы сами себя ограничите, и вот эти обстоятельства сами себя в такую ловушку заведете, что дальше уже все, двигаться некуда. То есть принимайте решение правильно, двигайтесь к своей цели, вот, прислушивайтесь к своему сердцу. Спасибо вам, четверочки. Видите, здесь оказывается, касается, видите, как мы выяснили, не только любви, здесь могут быть не только такие отношения любовного характера, здесь может быть сотрудничество. Здесь сотрудничество такое, когда люди понимают друг друга. Они понимают, куда они движутся, зачем они это делают. Но также здесь и любовь, возможно, да, и чувства будут переполнять. И, да, спасибо. Спасибо, батарейка садится, спасибо.